Удачи не хватило. Момент есть вроде бы. Били. Вратарь молодец, у них хорошо играл. Тащил тоже. Не повезло, да. Удача не на нашей стороне была. Ну, ошиблись, да, защитники чуть ошиблись, не поняли друг друга, это бывает. Насколько сказалось в этом эпизоде отсутствие вашего основного защитника? Султана, ну, честно говоря, сегодня не помешало бы, если он играл бы, думаю, другая игра была бы. Ну и у нас другие защитники тоже сильные, в принципе. Не повезло нам сегодня просто и все. Результат для нас хороший. Игра прошла в плотной борьбе, соперник владел преимуществом. Но мы все-таки выстояли и отстояли ничего. В концовке встречи у соперника было немало моментов, но ваш вратарь, ну, чем вы его кормите вообще? Я считаю, что наш вратарь выдал хорошую игру, я думаю, что он будет лучшим игроком этого тура. Конечно, у соперника было много моментов, но и мы старались атаковать. И у нас тоже был 1-2 момента, могли реализовать и побеждать, но ничего. А сейчас когда будет первая результат. Победа? Тяжелый вопрос. Иншаллах, как Аллах даст, иншаллах, победим скоро.